1 марта 1881 года открылась 9-я выставка передвижников, где впервые демонстрировалась картина Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни». И в этот же день, по роковому стечению обстоятельств, народовольцем Гриневским был убит царь Александр II. Почти в те же дни, только на 2 столетия раньше, в Москве происходили события, которые изобразил Суриков в своей картине. В 1698 году, после стрелецкого бунта, в Москву по указу Петра I было доставлено более 1000 стрельцов-повстанцев, и начался печально знаменитый стрелецкий розыск, поразивший воображение современников и потомков своей беспредельно кровавой жестокостью. Еще до Академии Суриков задумал картину о стрельцах. Теперь же в Москве среди замечательных памятников старины в его воображении отчетливо представилась драматическая сцена стрелецкой казни. Суриков вспоминал: «И вот однажды, иду я по Красной площади, кругом ни души, остановился недалеко от лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного, и вдруг в воображении вспыхнула сцена». Сырое, холодное утро. Красная площадь перед Василием Блаженным заполнена народом. Толпа шумит, волнуется. Казнь еще не началась. Дуги лошадей оттесняют толпу от осужденных и их близких. Со всех сторон слышны ропот, женский плач, бормотание молитв, окрики суровых петровских солдат, которые поведут стрельцов на казнь. О стрельцах и их бунтах Суриков знал еще в детстве. Песни и предания о них художник еще мальчиком слышал в далекой Сибири. Стрелецкое войско было учреждено Иваном Грозным в 1550 году. Но в конце 17 века, когда возникла необходимость в регулярных войсках, стрелецкие полки оказались подлежащими расформированию, так как перестали отвечать требованиям новой эпохи. Период, непосредственно предшествовавший воцарению Петра I, был полон смут и дворцовых переворотов. И военная сила стрельцов, недовольных новыми порядками, неоднократно использовалась противниками Петра, особенно его сестрой, царевной Софьей, которая, стремясь захватить власть, подстрекала стрельцов на мятежи. Стрельцы ожидают смерти, но ни один из них не обращается к царю с просьбой о помиловании. Тревожно мерцающие огоньки зажженных свечей в руках смертников, беспокойные пятна их белых рубах вырывают из темной людской массы фигуры обреченных, приковывают внимание зрителя, ведут его от одного стрельца к другому. Главное место в композиции отведено стрельцам, и совсем немного места с правой стороны занимают преображенцы Петр и его окружение. Интересно, что в начале работы художника над полотном этого правого края шириной около метра не было. Уже в процессе работы Суриков наращивает холст, делает его более пространным, и тогда появляется группа Петра. Но по утверждению очевидца, секретаря австрийского посланника Корба, Петр не был на Красной площади. Он не присутствовал на казни, где вешали, он был неподалеку, где рубили головы. Художник почувствовал, что только в противоборстве, противостоянии сторон в сердце России на Красной площади будет понятна суть исторической драмы.
По замыслу Сурикова, публичная казнь стрельцов – это столкновение и борьба двух сил, двух эпох. Старая допетровская Русь в лице стрельцов уступает место новой России во главе с Петром. В этом страшном деле нет виноватых. В том-то и трагедия, неизбежная и неотвратимая в обществе, где народ и власть противопоставлены друг другу. Художник сумел показать всю сложность отношений между народом и царем, даже таким прогрессивным, каким был Петр I. «Картина Сурикова, — писал Репин Третьякову, — производит впечатление неотразимое. У всех написано на лицах, что она наша гордость на этой выставке, могучая картина. А ведь поначалу ничто в жизни Сурикова не предвещало такого триумфа. Два месяца в пути с рыбным обозом из Красноярска, и, наконец-то, он в Петербурге. Академия художеств встретила молодого человека неприветливо. «Где же ваши рисунки?» – спросил Сурикова инспектор Шренцер. Перелистав работы, сделанные Василием еще в Красноярске, безапелляционно изрек: «Да за такие рисунки вам даже мимо Академии надо запретить ходить». И тогда Суриков поступает в школу общества поощрения художеств. За 3 месяца лета он проходит 3-летний курс обучения и осенью выдерживает экзамен в академию. Ему был тогда 21 год. Итак, картина «Утро стрелецкой казни» завершена. Павел Михайлович Третьяков покупает ее за 8 000 рублей. Сумму по тем временам огромную. Это дает возможность художнику отдохнуть от многомесячного изнурительного труда, поправить здоровье. Суриков вместе с семьей выезжает под Москву в деревню Перерва, снимает там дом, но уже думает о следующей работе. После всего того многоликого, что жило, кричало, страдало на Красной площади тем тревожным утром, теперь надо сосредоточить внимание на судьбе одного человека. И так это будет Меншиков. Василий Иванович Суриков вспоминал, как он увидел свою будущую картину. Как-то бродил он в окрестностях деревни. Был ненастный день, холодно, ветрено. Вернувшись в дом, он увидел, как вся семья его в сборе сидела и понуро ждала его возвращения. «Так вот оно», — сказал он себе, — «это и есть мой Меншиков, Меншиков в Березове». Кто же он? Александр Данилович Меншиков. Человек, имя которого гремело не только в России, но и в Европе целую четверть XVIII века, судьба которого поразила воображение художника. За свою сметливость и живость, за веселую изворотливость он был взят из дома Лефорта, приближен к молодому царю, а потом уже на протяжении долгих лет был его верным другом и сподвижником. И вот теперь он с семьей в этой маленькой избе, в этом далеком далеке от балов и ассамблей, парадов, сражений. Он обречен на молчание. И молчание это является психологической, драматической пружиной холста. Холста, о котором говорили, когда он был написан и представлен на выставку, что он исполнен шекспировских страстей. О чем же думает Меншиков? Кто знает. В своем неистовом желании все сделать по-новому Петр Великий решает сам назначить преемника, наследника престола,
упразднив таким образом вековую традицию преемственности царской власти. Но Петр умирает, так никого и не назначив. Теперь при участии и помощи Меншикова на русском троне Екатерина I. Женщина, введенная когда-то в покое Петра при помощи Меншикова, она всегда сохраняла к Александру Даниловичу чувство симпатии и признательности. Когда Екатерина умирает, Меншиков первым объявляет наследником престола внука Петра I. Меншиков понимает, что для того, чтобы сохранить свое влияние, он должен установить родственную связь с новым царем. И тогда дочь Александра Даниловича, княжна Мария, объявляется невестой императора. Вся родовая знать ненавидит его выскочку и только ждет часа, чтобы свалить фаворита. И, наконец, долгорукие, войдя в дружбу с юным царем, восстанавливают его против Меншикова. И как только Александр Данилович заболевает и на время оставляет государственные дела, происходит то, о чем многие мечтали. Меншиков сослан умирать в Сибирь. Рядом с ним его дети. Мария. О чем она сожалеет? Вряд ли о мальчике императоре. Его она не любила. Это обручение было ее жертвой. Ради этого ее тогда разлучили с тем, кто был сердцу дорог. И сын Александра Даниловича, Александр. Жест руки, снимающий нагар с этого шандала, выдает в нем мечтательность и нежность, которые были ему присущи в жизни. Рядом, спиной к окну в ореоле золотых волос, младшая дочь Сашенька. Она самая живая здесь. У нее еще не было в жизни таких моментов, которые отравляли бы ей душу, клали бы на нее камень. Что же будет дальше? А будет вот что. Меншиков и его старшая дочь Мария навсегда останутся в промерзшей земле Березово, а младшая дочь Саша и сын Александр вернутся. Михаил Васильевич Нестеров писал об этой картине. И вот за этим столом, в этом сером промерзшем сумраке, собрано прошлое и настоящее, чему мы являемся свидетелями. Цуриков ни о чем не говорит открыто. Он просто оставляет нам возможность заинтересоваться, узнать, сострадать, сопереживать. Это большой дар художника. Рим, Венеция, Париж. Наконец-то Цуриков на деньги, полученные от Третьякова за его Меншикова в Березове, смог осуществить мечту, долгожданную поездку в Европу. В письме Павлу Михайловичу Василий писал: «Колорит – великое дело. В этом меня убеждают особенно старые итальянские и испанские мастера. За колорит я готов простить все». Вернувшись в Москву, Цуриков пишет радостную, искрящуюся цветом картину «Сцена из римского карнавала». Теплый летний вечер 1885 года. Дом Третьяковых. После чаепития на балконе все устремляются в гостиную. Цуриков подходит к фортепиано. «Баха, Вера Павловна, пожалуйста».
Музыка уводит его в недавнее прошлое в Петербург. 3 апреля 1881 года. Пробили часы на Петропавловской крепости. В этот день на Семеновском плацу были казнены народовольцы, участники покушения на Александра II. Среди казненных была и женщина Софья Перовская. Надолго остался в памяти очевидцев ее гордый непреклонный облик. Александр III жестоко отомстил убийцам своего отца, но его душа жаждет большего. Не только самодержавие должно быть воинствующим, но и православие, считает он. Особенно это будет касаться раскольников, как это уже было 2 столетия назад при отце Петра I, царе Алексея Михайловича. Разметались одежды черные, бархатные, по простым, по крестьянским дровням. Высоко рука поднята с двуперстным знаменьем. Выходи, царь Алексей Михайлович, погляди на Феодосию Прокофьевну, выходи, окаянный ирод, где же ты прячешься? Но все же не конфликт опальный боярыни с царем хочет видеть художник, а сцену всенародного прощания Москвы с опальной Морозовой, увозимой на допрос, а может и на смерть лютую. Снег на земле, на высоких крышах, и мягкая, чуть голубоватая дымка неяркого зимнего дня. С сурьковскими картинами впервые в русской исторической живописи появляется настоящий залитый воздухом пейзаж, являющийся не фоном, а естественной средой, в которой живут люди. Сани стремительно мчатся, врезаясь в толпу. Те, кто еще не видит лица боярыни, глумятся над ней, надсмехаются. Бледное, озаренное величием духа лицо боярни Морозовой и рядом красное лицо возницы. В этом смелом противопоставлении возвышенного и низменного художник достигает кульминации поистине шекспировской силы. Толпа народа до того жива, до того естественна в проявлении своих чувств, что кажется, будто слышен скрип полозьев, слышно тяжелое дыхание, чьи-то всхлипывания, смешки, приглушенный говор людей – и страстные выкрики боярыни: «Нет, пусть разорвут грудь мою зубами псы еретики, но веру мою чистую не отнимут. То единственное, что есть у меня, Господи! Русь многострадальная, видать, сам Антихрист решил извести тебя. Порчую иноземную, как чумой, отравляют, по-чужому молиться заставляют. Господи, да как же это? Ведь сам Христос и ангел-апостол, да чудотворцы, держат двуперстия, которые царь да патриарх Никон вздумали предать анафеме». Страстный призыв боярыни находит отклик лишь в образе юродивого. Именно с ним, самым обездоленным в рубище, оказалась она связана более всего порывом своих убеждений. И в таком же грязном рубище суждено Морозовой умереть в земляной тюрьме в городе Боровске. Так закончилась трагическая история боярыни Морозовой, судьба которой была бы, писал Владимир Стасов, наверное, забыта, не увековечь Василий Суриков ее образ в своем бессмертном произведении.
А в соседнем женском монастыре к обедне звонят зазывно, торжественно, и велят мамке да няньке обрядить царевну для выхода в монастырь посетить. Да не к обедне только, а чтобы свидеться с сестрами святой обители. Исподволь надо их жизнь примечать. Не равен час и царевне на долю выпадет обет монашей принять. Картина эта, как любил говорить Василий Иванович Суриков, привиделась ему за всеночной на праздник Покрова у Василия Блаженного в Москве в 1910 году. В том 1910 году он только что вернулся из Испании. Барселона, Мадрид, Толедо, Севилья, чудо испанской живописи, чудо архитектуры. Десятки этюдов, набросков, рисунков. После Испании русская жизнь, русская история, русская красота обрели для художника особую ценность. Он острее стал чувствовать национальную красоту. И по-особому открывалась ему эта красота в женских лицах. Женские лица русские я очень любил, непорченные, ничем не тронутые, говорил художник. И вспомнилось вычитанное у Забелина о царских теремах, о затворничестве в них царских жен и дочерей, о печальных судьбах иных из них, кончивших монастырем. Картину посещения царевны женского монастыря Суриков впервые показал публике в 1912 году. Он ждал отзывов, реакции зрителей, но не было ни того, ни другого. Картину обошли молчанием. Наверное, не нашли в ней привычного суриковского эпического размаха, а торжественную русскость картины, ее красоту не осмыслили. Не приняли. Ни ко времени было. Ни ко времени. Но когда художника не стало, все вдруг поняли, что его искусство на все времена, писал о Сурикове Абрам Эфрос. Это явление мирового масштаба. Из великой семьи могучих жизнелюбов, монументальных мастеров, подлинных, а не притворных живописцев.